что, друзья, сворачиваем на большую автостраду. Видите, сколько градусов на улице. Дата у нас. Сейчас я вам все покажу. Дата, время. Вот. Видите, да? Я просто не вижу через экран. Ну, значит, сейчас я, по крайней мере, больших анонсов давать не буду. Скажу только, что сейчас я до ЦКАДа по Симферопольке. Направо уйду на ЦКАД. И хочу еще сказать, что через 2 часа, как показывает карта в планшете. Видите, какие все старые выражения. Карта в планшете, это же все старое. Планшет, это же штуковина. Ну, термин старый. В общем, 2 часа, друзья мои, 2 часа. Прошьем, посмотрим там уже. Посмотрим, какое будет состояние, посмотрим, какие будут мысли, что, куда. Вот я, конечно, не ездил на мотоцикле, но, видимо, там такой соблазн разогнаться, что я вообще практически не встречал ни одного мотоциклиста, который бы ехал по правилу, а который бы ехал вообще как-то либо спокойно. Но если это не такой большой мотоцикл, типа Харлея, а вот эти все так называемые мухи, как их называют, спортивные, они все под 150 гоняют, если не больше. Видимо, соблазн, видимо, ты себя чувствуешь на нем очень уверенно. И, видимо, там скорость не так даже, наверное, ощущается, как на легковой. Симферопольское шоссе в сторону Москвы. Сейчас я уйду через, наверное, километров 20. Сейчас посмотрю на ЦКАД. Нормально двигаемся.